Japan Post. Так, ну вот пришла посылочка Japan Post. Японская почта. В посылке у нас содержатся катушки, купленные на японском аукционе. Непосредственно к тому, что как там тут японцы все это дело упаковали, сложили. Катушки бэушные, соответственно, просто куплены были на аукционе. У них пупырки, причем так много пупырки. Пупырки. Катушки тяжелые. Самое интересное, кульминация, скажем так. Ну, начнем. Все упаковано довольно хорошо. Пупырочку. Называется японский хлам. Ну, как катушка ручная, она работает. Лесоукладыватель работает. Укладчик работает, работает. Осталось дело за малым. Подключить провод и проверить, работает ли. Успели закинуть. 35. Вот опять тянут. Вот на какой бычок. Похоже, функционал. Он так затягивается. Все. Держится. Ход, конечно. Тут даже на бэушной японской катушке. Может, просто надо чем-то ее отмыть? Здесь, конечно, вряд ли. Довольно потерто. Вот такой бэушный хлам. Наверное, нужно оттехничить, наверное, нужно провести какую-то, скажем так, ТО какой-то катушки Шимана. Это даже в мешочке от Шимана. Со старой японской леской. Ух ты, ядрен батон, вот это лебедка. О, даже лесочку дали. Вот это лебедка. Причем нормальная лесочка. Ничего себе. Севшая батарейка, как ожидалось. В этом модуле, но он разбирается, батарейка меняется посредством ножа и лома, скажем так. И дальше все прекрасно работает. 5000-ая катушка с офигенной нагрузкой, а самое приятное с японским плетеным шнуром. Легкий, люфтов, катушка бэушная, судя по всему, она довольно долго прослужила и где-то эксплуатировалась. Люфтов нет, не имейте, пожалуйста, японское качество. Катушка Шимана. Японская Шимана катушка. Все, теперь палтус мой. Третья катушка Максима. Самый хламистый хлам. Ну, честно говоря, вот этот хламистый хлам куда-то идет. Она как бы покупалась по большому счету для того, чтобы тобой эксплуатировать этот хламистый хлам. Еще одна катушка. Это для меня, да? Там я рада с такой гонять. Шимана. Вот еще больше, оказывается. Это еще больше. 6000-ая Шимана. Катушка еще. И еще тебе даже японский так далее. Ну, куда делся-то, блин? Карабин? Карабин? Что это вообще? Нам запах? Вот, пожалуйста. Вот показывает количество метров, сколько замотано. Вообще руки не натирают. Японская плетенка. Вообще руки не натирают. Катушка, честно говоря, пришла тоже в довольно хорошем таком состоянии. Почему? Да, краска как бы не стерта. Даже электронный этот рабочий счетчик электронный, который показывает, сколько размотано лески, какая глубина была ранее вымотана. Вот 8 метров показывает, первый раз мотали, замотали, сейчас показывает по нулям. Для кнопки управления. Он электронный, как он, вот если вот здесь метров 300, наверное, а то и 350 лески. Лески можно смотреть, продавать. Вот здесь метров 150 лески. Леска, судя по всему, где-то, наверное, шестерочка, где-то шестой номер. Ну, таскать любую рыбу, которая у нас здесь ловится, прям предостаточно вообще. Ну, почему, да. С учетом того, что это японская плетня, так это вообще здорово. Какая-то кнопочка, ну, трещоточка, и сбрасыватель. То есть его щелк, она... И все.